Внешний вид сайта, темы, в пункте меню «Еще» выбираем «Управление сайтом», темы, и переключаем, выбрав тему «Блеск», сохраняем и возвращаемся в сайт. Первая страница нашего сайта, вторая страница сайта, третья страница сайта. Возвращаемся в управление сайтом, темы. И выбираем предыдущую тему Madison. Сохраняем. Возвращаемся. Все изменения сохранены. Теперь сайт имеет такой внешний вид.